Березняковском поселении для жителей устроили настоящий ледовый праздник. Ростовые куклы, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы – все это создавало предновогоднюю атмосферу. Прологом праздника стало выступление профессиональных фигуристов из Москвы. Я просто очень люблю фигурное катание, и, наверное, это главное в любой профессии. И я считаю, что каждый человек, который любит то, чем он занимается, способен достичь высот. А всем жителям Сергиево-Посадского района я желаю хорошо провести эти праздники, здоровья, близких рядом, и надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо. Семья Давлетбаевых пришла на праздник в полном составе вместе с дочкой Кристиной. У нас нет слов, мы прям рады. Хотелось бы, чтобы на следующий год был бы такой же праздник для наших жителей Березняков. Глава поселения Владимир Жулев последние 2 года активно занимается хоккеем. На ледовый праздник тоже пришел на коньках. Ну а теперь у нас в Сергиево-Посаде, слава богу, свой лед, да? Здесь у нас 3 катка в нашем поселении, поэтому... За здоровый образ жизни. Всех с праздником, счастья, здоровья, удачи, чтобы в следующем году все желания наши исполнились, все было замечательно. Продолжили праздник костюмированным представлением, фаер-шоу и фейерверком. Для тех, кто проголодался и подмерз, горячие шашлыки и чай. Вообще замечательно. Почаще бы таких праздников. Вот реально. Я вообще из Москвы приехал. Правда? Да. Из Медведково. И как вам вот в поселении такой праздник? У меня друг живет здесь. Он меня пригласил, чтобы специально посмотреть на праздник. Я просто в восторге. Очень хорошо, замечательно, весело. Мы рады, что в нашем поселении проходят такие мероприятия. Большое спасибо нашей администрации, Жулеву Владимиру Васильевичу. Большое спасибо. С наступающим Новым годом всем! А завершился праздник в Березняковском поселении дискотекой на льду. Не устояли даже те, кто оказался без коньков. Ирина Белякова, Кирилл Емельянов. Программа «События».